Итак, дорогие мои, мы продолжаем работу над этим платьицем Олиным, и у нас сегодня стачивание. Посмотрите, как я вам говорила, участок под застежку молния я предварительно проклеила дублеринчиком. В данном случае у меня вот такой кривой фрезерин, узенькая полоска. Не заходите вот за эту линию. И все. Значит, это у меня сметано, потому что я восстановила вот этот шовчик, да? Мне нужно, чтобы получилось потом ребро. И вот до этих пор я буду сейчас строчить. Ничего необыкновенного в этом нет, поэтому много я показывать не буду. Давай, Володя, показывай. Так вот у нас, да, как мы это делаем. Два шага вперед, потом пошли закрепочку назад и немножечко правее от той линии, которую... И растягиваете в разные стороны, вот так. Доходим до этого места, делаем закрепочку, останавливаемся, уходим. Дальше, мои хорошие, и сразу чистим. Обратите внимание, как я работаю. Рассекаю здесь и удаляю ниточку вот здесь, чтобы была чистенькая у вас работа. Еще хочу показать, как я выточки прошиваю. Давайте на примере вот этой выточки посмотрим. Например, вот эту выточку. Шью я от широкой части к узкой. Укололи. Два шага вперед до конца и прошиваем. Закрепочка. Так, ну вот такая какая-то не очень... Качественно она у меня сегодня получилась, но я думаю, что ничего. И сразу удаляем вот так вот ниточку. Здесь у меня закрепок нет, поэтому я могу сделать это достаточно вот так вот легко и почистить там этот край. Эта операция называется стачивание. Так я поступлю со всеми остальными своими вещами. Мои дорогие, что я хочу сегодня вам сказать? Я хочу вам сказать, что этот курс, который я выкладываю сейчас на... В Ютубе он бесплатный, но он и не учебный. У меня снят учебный, качественный, полноценный курс вот на тему шитья, 12 этапов создания работы с тканью. Да? Там 35 видео в подробностях, в мелочах, со всеми невозможными нюансами, какими-то моими изобретениями, находками, опытом и так далее. Если вы хотите его приобрести, зайдите ко мне на сайт, увидите, какая там цена. Цена там стоит 6 тысяч. Я могу вам предложить его со скидкой ровно 50%. Напишите мне, пожалуйста, письмо, и я вам перешлю этот курс в виде электронной книги, где у вас будет все подробно, по порядочку разложено и очень-очень качественно показано со всеми остановками, со всеми подробностями. А на этом разрешите процедуру, операцию стачивания пока закончить. Позвольте напомнить еще, что на этом этапе я всегда прошиваю только вертикальные швы. Плечики распороты, юбочка распорота, я буду прошивать сейчас выточки, боковые швы и так далее.